Вот, выйдет на рейндж тогда. Кулак по присту, пожалуйста. Виталик, он готов, фула. Ты троллишь-то? Погнали. Да не тролли, это правда. Дали все подбон. Ну, чеки. Чуть не верится. Так, внимательно за своими дебафами, если что, захиливаем цель. Если не можете, сразу дисполю. Джест, Джест тоже на рейндж, наверное, выйди. По-моему, я забыл кого-то сказать, не? 4 мага. 6. А не, не выходи на рейндж, вроде 8. Ладно, насрать. Сейчас будет большой слизень через... 5 секунд, готовься таунтить босса. О, босса, слизня. Перебежали за спину. Убирай. Отлично, брал. Супер. Лужа справа, маги, блинкуйтесь быстрее. Набираем рейндж 8 секунд, левота через секунду. Так, на Локи, наверное, надо диспелить 55%. Не, нормально. Большой слизень сейчас не будет его уже. Повезло. Сейчас будет большой слизень в милизоне через 7 секунд. ДК прожми незыблемость, антимагию. Большой слизень сейчас будет. Убирай большого, перебежали за спину. 4 стака на большом, не своди с мелким, его, а то будет взрыв. Муссолини бабл. А когда кинется на магов глыба, а? За спину перебежали. Муссолини щиток на себя, хилим его, у него бабл, не прыгнет уже. Блять, Муссолини, ты выбежал на рейндж, потом забежал и заблевал? Мне показалось. Как-то так. Что за хуйня? Дарк Маверик, выходи на рейндж, Дарк Маверик, поздно. Не таунти большого на себя, не таунти его. Натопал, не таунти на себя, выбиваем так. Так, на танка на мейн. Миломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я... Ретрика ДК. А нет, нам на мейн человек ушел. Так, сносим метки, кружок, квадрат. Миликов очень много, поэтому три споры может кинуться в мили зоне, поэтому внимательно слушаем в дискорде, кому я говорю, выйти в метку. ПВП, кстати, заново начали регать, БГ постоянно регается каждый день. Два БГ постоянных точно есть. Сколько нет. По крайней мере, мне не отображалось. Наверное, баг какой-то. По дороге потом посмотрим. Так, чек. Никто не умирал, кроме Санстрайка. По каску, по магу. Пристабав. Лапу. Лапу дали, пристабав дали. Макрос на пул.
Милики, стойте в звездочке. Желательно, если вы не хотите получить дебаф. Хотя, если я не увижу, то извините. Сили в квадрат, баш в кружок. Сейчас упадет там, отойди. Рак, встань, пожалуйста, не в центр фрейма, а где-то за фреймом, чтобы было видно, куда падает дебаф. Зашли в звезду, милики. Я влюю. А Заиру похуй. Он стоит в дне. Кому-то еще было такое. Ничего страшного. Видишь, я тоже словил, и никто не отбежал. Дарк Маврик в кружок, рак в квадрат. Блин, если все миллизоны по КД будет ловить, то бой будет долгим. Звезду отошли, там опять колба в миллизоне. Психоз в квадрат, Виталий. Виталий Кон, выходи в кружок пока. Подумал, что ты танчишь уже, а ты еще не. Виталий Кон, забери босса на себя. Джест, поднимай психопанкса. Что за хуйня? Отведи дальше, 5 шагов назад сделай. Прожми срезку, там тебе не хилит. Сакру прожми. Вставай, психопан, с тебя реснули. Отбежали от пельменей миллизона. Всего 6 статов убили. Че за порезать? Хилов мало в рейде, просто не хилили. Вот опять. Тут покончилось. Дай гибну, мама. Отошли от миллизона в звезду. Никуда не сбегайтесь. Поезд на танка. Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломор. Молодец, что оставил столько газа. Это... Слушай, его за секунду разберило. Ну да, там быстро. Там, блять, вот сейчас линкану просто. За одну секунду, блять, его... Минус 22, минус 11, минус 31, ебать. Ну это удивительно, просто... Под тремя Сколок. Тактами. С двух ударов убивает. Парольте еще один осколок. Там еще два упало? Да, два упадает. Иди попробуй забрать. Так там вон 42 тысячи тычка и 31 тысяча, конечно, с двух ударов. Там еще, короче, типа вздутие, минус 11. А, у меня 80 кхп. Это моя вина, я не сказал вам прохилить. Это мой косяк, извините. Да нет, там как раз каст шел, как бы, он успел. Дубль так, каст, пока Корзул красного замедляешь, интоксикация зеленого. Мили-зона стоит в кружочке, в квадрате. РДД-зона в звездочке. Просто надо было камплинг, порядку давать. Чтобы
Кашля не сильно. Тактика для. Но там половину добил риск, а то не сильно. Если выбирает зеленый снизить мелизону, вас откидывает, вы не сбегаете заново зеленого, отбегаете к РПД зоне. На переходках бьете зеленого слизня в спину. Желательно прямо, чтобы вас откинул опять в центр. Смотрите, где квадрат бегает, как он стоит, в него остановитесь, играйте в слизня в босса. Так, бафаем рейд, опять мага надо забафать. Здесь топаем дамаг на первой фазе, танк БДК, внимательно смотри, две лужи обычно будут кидаться в мелизону, сразу отводи. Ну, в рестлер передай ретрик, он нужнее будет, чем вару. Чем ты вообще рулил это, непонятно. Так, что получается, первого не замедляю? Первого зеленого не замедляешь. Будешь тупить, я сяду в куклу, сам буду все замедлять. Готовность. Держи рыбу, последняя рыба. Пуля босса. Что ты мне трейд кидаешь? Прожимка. Прожимайтесь на переходке уже. Сейчас будет две лужи, внимательно. Скорее всего, мелизоне, потому что миников 24 штуки. Бежали. Почему передаем? Топаем по профу. Топ по профу. Стоп по профу! 83%. Вылазит зеленый. Сейчас будем в него играть. Мелики, становитесь в квадрат. Все в квадрат встали. Играйте в зеленого слизня. Сейчас выберет цель. Сбегайтесь быстрее. Мак, никогда так не делай. Либо сразу блин, либо вообще не блинкайся. Переводим босса. Все идем к столу. Слизни выбирает любую цель. Все к столу. Джесс, передавай чуму. Сейчас будем прожиматься. Бьем по целям дебафа. Заир неправильно встал, это ГП. Бегайте зеленого и... Потом сбегите звездочку. На ком зеленый дебаф? К звезде. Отбегайте все. Паучья хватка. Два гимна отхил. Смена цели красного. Отбегите от красного. Приготовьтесь боб кидать. Боб на паучья хватка. Паучья хватка, беги. Красава. Кто-то боб дал очень-очень классно. Еще бы секунды, мы умерли. Так, иннеры, фули, заливаем. Колбы отошли. Сейчас будет красный слизень. РДД сразу в красного. Милики, пока бьем профа. Три кнопки, иди в мелизону. Погнали бить красного. Все в красного, мелики. Сейчас колы будут у профа. Отбежали пельмени. Колба. Отбежали от колбы. Мелики. Отходим в квадрат. Сейчас будет зеленый слизень. Будем в него играть. Все в зеленый слизень. Сейчас три пельменя пойдут. Отбежали РДД. Все в зеленого сыграли.
все-таки рыцо, прожимай, блин, уже. Так, играем в профа, сейчас перелили колбы. Колбы. процент. Скоро переходка. 40. Стопаем по профу. По профу стопнуть. 4%. 3. Стопаем по профу. Играем в красного сейчас. Отведи профа от стола, будут колбы. Пошли играть в красного. Все в красного. После колб к столу ведешь профа. Осторожно, колба, не бежать на колбы. От пельменей отбежать. К столу все, все к столу, все к столу. Рост по команде. Прожимки отдаем на слизнях, бьем по дебафам. Джесс, подними челимушку. Подними челимушку быстрее. Рост давайте. Все сбегаемся в центр, на ком зеленый дебаф. К звезде. Череп. Если есть гимн отхил, давай гимн отхил. Нету. Смена цели зеленым, отбегайте. Фу, блядь. Пельмени, колбы. Пельмени, колба. Гимна ману, если есть. Отбежали от лужи. Не ловим дополнительный урон. Два хила осталось. На месте, колба через 23 секунды. Сакру по команде. КД. Сколько КД? Минута. Понятно, так дохили. 4 стака, ничего страшного. Воровать бы на. Колба 2 секунды, миллики, внимательно. Отбежали, отбежали. Пельмени отошли. Ретрики, поставьте ауру, Shadow Resist, прожмите мастер аур. Сберите. Колба. Хилы молодцы. Пиздец, блять. И ретрик, который дал боб тоже. Если б не они, мы бывает не ебеням. Челимушка умер от передачи чумы. Сейчас посмотрю. Где по всему? По коридору. Взрыв химической бомбы, минус 25. Да, чума там что-то. Пиздец. В рестлерге, где он там лежит, поднимайте. Что-то пиздец, ебать, рай проседает. Ты цепаков столько выкирачил, пиздец. Да я ебал, блядь. Не, я, короче, был с Мучисом, блядь. У нас с другом вдвоем, короче, хилили все целых 25 хм, блядь. У нас обоих по 15 хпс на всех боссах. Мучиса. Да, там шаман тащил, друид не очень. Где тут ему показать, он отхил. Посмотрите. Он сдох. Перед третьей фазой. Я вару не вижу, блядь. Блядь, мяло, друиды, ничего мне не давал. Спасибо. Минутку отойду. Рестлер Гекс, пекайся в танка. Белин в танка. 517. Блядь. Ты где? Я бегу, я в арку думал. Там просто приз был. Поднял бы он. Танки. Полужный. Бомб отошел. Пошли
и трэш. Танк цик. Право, агрим трэш, 4 танка, думаю, вытащите все это. Играйте звезда, кружок. Посчитайте, если нормально, кто там выше ПП был до куба. Нет времени сейчас это не делать. Вытрэш. Тактиков играем, а не станет танков. Звезде, стан, Заир, кружок, Муссолини. Через 5 секунд гнев небес, кольцо льда. Заир, пожалуйста, передай колбу враг, он выше по ПР. Казалось. Давно уже на выше ПР не смотрел. Кстати, вы их так и не скидывали, ни ИП, ни БП. За на следующий день не скину. 20%. На X5. Они не играют на X5, там они поняли, что это помойка, вернулись сюда. Сам там поиграл и решил, что это просто помойка, это позор там играть. Погнали на их 100. Не. Блять, у меня там лоша вместе с уланиром оказывается. Качал пала, пособирал рейды, хватило. Да мы что-то давно начинали. Так я 2 недели назад мы там качнулись собирать рейд. Не, у меня пацан начал играть за шамана, уланир садунил. По КГС без капа защиты, тухло пусть не пробивает, там сурок. Тоже. Понял, да, прикол? Ой, блядь. Так, передали колбу, нет? Так, лучшая хватка. Интоксикация Харзу на сферах. Сразу набираем дистанции. Будет вихрь на Валанаре. Даш Сакру протопал на первом вихре. Так, на двоих БДК, на Келе протопал каску, по друида и погнали. Глупые смертные. Думали, милики, становимся квадрат, где-то здесь, отбегать будем к стене. РДД стоят все в центре комнаты. Миликов очень много, поэтому давайте влево-вправо отбегаем сразу на вихре. Не ждем 5 секунд. Даксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Редрики могут прожаться на вихре, роги тоже. Ох, ужас. На втором вихре прожимайтесь, короче. На первый сак. Все, отбежали. Блять, замедляет. Моя чаша полна. Еще не
Так, Рочестер почти умер. 4% хп. Кинетика, я далеко. Там он тоже. Распределитесь там слева, например, получи хватка, справа Харзул. Рейндж набрали. Не двигаемся, стейм пока захилит. Точечно в келе. Прожми срезку на... Шаров побольше, сдохнет сейчас. Шар, вот, звездочка, шар. Длань возмездия. Щит мстителя по звезде. Ладно. Геру 20 секунд. На Талдораме отдашь Геру. Угу. Кинетика, блядь! А, на X5 кинетика вообще не спускается вниз. Чтобы вы понимали. Так, Талдорам, пошли играть Талдорама за кинетика. Внимательно, пожалуйста. Давай рост. Поменяется хп, сразу дистанцию набираем. Отведи потихоньку босса в центр. Миликам было куда отбежать на вихре. Иначе до свидания. Кинетик. Подбиваем. Сзади Талдорама падает. Кинетика. Керца на шарик. Керца, бегите на шарик. Это норма. Валанар. Готовь сакру на вихре. Кинетика падает. Кинетика за... Отбежали. Кинетик сзади. Ну не бегите ко мне, блядь. Стоим, пока захилим. Сидим на отхил, можешь ждать. Жду, пока захилит меня. Не достой. Все, пошел бить. Сейчас будет еще одна. Кинетика. Вихрь. Отбежали. Разбежались, вихрь. На страйк, иди. Да. Кинетика падает, протопал подбивай. Кель, прожимайся. Кинетика возле Келя. Срезку прожми. Мама. ТК не уроните. Поднимайте. ДК, поднимайте, жест, психушка, челемишка, поднимает ДК быстрее. Вставай, гимн отхил, я не знаю, что таунти Талдорама. О, господи, блядь. Все потому, что у нас много мелька в рейде. Валанар еще возьми. Там прямо. Моя чаша полна. Насладитесь. Моя королева. Они идут. Парнуха. Поднимаем быстрее. Короче, четвертый хил надо. Надо вместо двух варов добрать двух шип, и все будет нормально. Сколок. И вместо мага пятого добрать сову, например. Вояки. Эрдро, Холи Прист, Мейн. На офф.
кольцо на ЧП Лока. Нет, не хапало. Надо дальше. Что такое Белли пришло? Ребят, дайте ману резать. Так, стоим здесь, рыбу ставьте, у кого есть. 20 секунд. А куда ты его? Чего за самодеятельность какая-то? Спасибо за рыбу. Это заклинание еще не готово. Дай бы 30 секунд. Я что, говорил, что в рестлер Грек покинет рейд, я доберу ДД, я такого не говорил. Так, ретрики и присты погнали за мной. Звезда Заир, кружок Муссолини, получи хватка, квадрат, рак, череп, идите, контрольте, что получится, сейчас узнаем. Покаяние, скованье нежити, погнали. Стоим здесь, ждем, никто не двигается вперед. Ой, два сапа дали, заебись. Бежи. Алло, танки, вы здесь, психопанцы? Да, неплохой контроль, вот звездочка за контролем. Сейчас я тоже смертью храбу умру. Дам буст. Можно умирать. Давайте кольцо сюда. Всегда на трэша, кольцо сюда по КД, не без КД, трэша без движется. Все будет четко. Согласен. Как сагрить и трэш, играем звезда кружок. Поднимайте ДК. Футбол, блядь. Пристабав, лапу, интеллект. Касты, каски, кресты и кулаки раздаем заново.
каску по луку. Рак, каску по луку. Где второй? Он здесь, все здесь. Поддавай баф. Каску по луку дай. Чек на пол. Токсикация. Все готовы, макрос на пол. Это было неразумное решение. Самый легкий босс, наслаждайтесь. Кусай первого победителя. Отбежали с пакой. Давай, выбегай, там, нажимайся. Пиздец. Или частица спала, сразу посаживается на лодке. Психация, психоз бежит. Челенишка. На тефире, если можно, на челенишку, то еще парка сейчас свернет кто-нибудь. Уходимся на дистанцию. Прожимай сакру, гимн на хп, мастер пауэр. Давайте рост. Есть рост? Беги, малышка, беги! Хватка. Сколок. Я пока не могу прочитать это заклинание. Защитник. Изи. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Сейчас побью трэш, потом задам на шамана. Прибыли наши герои.
Че, некого спекулянт? Что ты говоришь? Говорю, спекать некого, что ли? Не... Но ты оказался предателем. Анаханда кидается освобожденным магией, кто помнит? Нет, не кидается. На Энхо, кстати, тоже. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Пошли бить трэш. Если... Ладно. Да, РДД, кружок, мелики. Сейчас поменяются местами мобы. Отошли от звезды, играйте в кружок. Кость и хило еще. Паладины. Жалкие создания, умрите! Теперь меня ничто. На X5, кстати, трэш тоже манекены. Мобы не портуются. Ну, это, по крайней мере, десятки было. Сейчас звезда портанется внимательно. А, нормально. Зейр, у тебя есть хилыш, может, это? Можно вряд ли хилить. Ага. Муссолини пришел. Жалкие создания, умрите! Никогда не мог так. Протопал, забирай весь трэш, БДК на себя звезду забирает. Мы убиваем звезду. На вов спек. Перчатки на хули пала. Так, час и 7 минут с леди, с убийства леди прошло. Это нормально. Да, да. Другого полководца забирали. Ладно, попробую под заташ. Милик, играйте. А, понятно, ладно, играйте так же, зергайте, сакву давай, думаю, здесь не сдохнем. Бьем с вал, но сразу ставим шкаф и сумоним шамана. На кого ЕП? На хилику или на баше? На баше. Я сам потом откину. Ладно. Нет, он не уходит на наш позашел. Так, Муссолини. Мен. Быстро покончить.
глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда! Я прицелю на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Нападай, красавец! Раскол. Рестлер. Я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Так как? 258? Может быть? Действительно. Не, его никто не прибал, я два стака повесил, и они так и висели, я ждал, пока ты не кинешь. Бабл диспел. Постарайтесь сохранить все части тела. Простите. На Ирелла. Ставим шкаф. Меня не кикай, в шестую пати перенесешь. Ставьте шкаф быстрее. Заирс, Трак, Спекаси, Холипала на Рэди, Челимка и Рак. Остальные на боссе. Патин Кодоби. Не вижу, что ты зашел. Да я вижу. Погружаюсь. Это слышь, Олег, я на ивенте на Синдре отойду. Могу забегать надо. Ну, кинул хоть. Да, провисаю что-то. Сейчас. Да, я систа. Грейла, короче, да. Бафы по шаману. Лутер тоже на тебе. За звездой летаем. Войд Холли, Фула. А и все, значит, прихила. Белин готов, Скерца, Кортес, Вертекс, Рестлер. Ну, погнали. Ну, инты нету, креста нет. О. Маги, интеллект. Слишком мало магов, Рейди, я понял. Аурус света, не забудьте в портале. Подвление справа слить. Минус 20% от хила. Блин, надо диспелить залпы ледяных стрел. Да его сбивать надо. Сбивать тоже, ладно. Мой слева. Убираемся в ворот. А вой, ты где лазишь? Чё ты не зашел? Заходи. Будем полгода хилить.
Блин, не могу отбежать и улетая на ловушке. Меня никто не диспелит, ни палы, ни посты. И встречаемся. Уворот. Бля, я забыл. Уже порталы реснулись. Сейчас зайду. Блять. Так и просраны. Да, три стака после двух порталов. Прикольно. Давление слить. Это аур воина света поставь. Воин Сириуса, блядь. Да, на Сириусе нельзя это делать. Последний портал, потом рост. Думаю, отхил будет. Мало еще 69. Ну ладно, давай. Лучшая хватка гимна отхил. Ебать, я стаки проебал. Почему? На тебе много стаков. 6. 3, блять. Так я их проебал. В портал прыгаю, это либо. Да, прыгай. Ой, в другую сторону лети. Тьфу, ну так. Да, лишние 5 минут здесь сидим. Подавление. Где лишние 4 минуты налетали на.
Да, бля, сначала ты прыгал. Я вообще не помню, как ты прыгал, бля. Ну, два. Кольцо на танка. Ладно, я, короче, это отошел минут на 10, может меньше. Так, ну Муссолини забирал вечность, Виталий Кунин. Еще тапки. На офспек. А, ладно, там на мейн ролик пал. Ну, так не один ты ролишь на мейн, наверное, на танке. Поэтому я другому отдаю.